Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители канала «Сады и цветы». Давайте пройдемся по моему саду в середине декабря и посмотрим, как он выглядит в инии. Морозники замерзли, но они обязательно оттают и будут цвести дальше. Как видите, я оставил только злаки, чтобы в них зимовали насекомые. Все остальные многолетники я практически уже срезал. Остался только небольшой кусочек. Зато он самый красивый. Не успела в саду зацвести первая примула, как на нее напали морозы. Но надеюсь, что она продолжит цвести после того, как оттает. Вообще все выглядит каким-то сказочным, засахаренным. Листья барбариса наконец-то опали, теперь красным пятном лежат под кустом. Единственное, что осталось красным в моем саду, это ветки дерена. Живая изгородь из дерена белого. Молодые ветви до сих пор красные. Конечно, в заморозке злаки выглядят очень красиво. Даже овсянница мэра потеряла свою сизость и стоит вся седая, белая. Классно выглядит сейчас плоскоколосник широколистный. На его широких колосках очень красиво лежит иней. Вообще на любых соплодиях сейчас красиво лежит иней, будь то кровохлебка или астры, шишечки эхиноцей. Или вероникаструм, или метелки астильб. Все словно в сказке. Смотрите, вот здесь эхиноцеи, астильбы и вот это вот вьющаяся проволока гауры. Ни в сказке сказать, ни пером описать. А рядом свечка клопогонов. Тоже очень красивый в этом снежном наряде. Щитки паскольника тоже очень симпатично смотрятся в инии благодаря своей ветвистости. А рядом розы в снегу. Это, например, тамошантер. А это Бениамин Бриттон. Пирани выглядят тоже очень симпатично. Это, например, Драгон Харт. Все еще с осенней окраской, и не выделяет жилки на ее листьях.
А это герань пепельная балерина. Посмотрите, какие у нее мелкие листочки. В осеннем уголке баданы прямо-таки скрутило от холода. Так же, как и сине-зеленый молочай средиземноморский. До сих пор не обрезал пиона, и не зря. Очень мне нравится, как выглядит пион парцелла. В инии черные листья лесоплодия. И график очень подчеркивает этот белый снег. А пузыреплодник Little Joker, карликовый сорт пузыреплодника с пурпурными листьями, еще не опал, стоит в своей осенней окраске. Странный. А в целом сад сейчас выглядит так. Спасибо за внимание.